Да. Серый, Саша готов, чем на полет. Штиль, все то же самое. Готов, пошел, пошел. Принял. Дождись, когда натянется хорошо и побежишь. Бежать, 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 бежать. Тяги больше, больше. Руки вверх. Курс. Сохраняем курс. Поплавнее, Саша. Добавляй тяги. Серег, добавляй тяги. Работаем с креном, Саш. Спину расслабил, работаем руками. Надо скукоживаться в подвеске. И мы работаем рулем. Смотри за расходом высоты, оценивай обстановку, на минимальной ли тебе идти, или побыстрее за старт провалиться, принимай решение сам. А уже можешь оценить обстановку по ветру, колдун, видишь, ветер у нас поменялся, юг. Можно выстроить заход по-другому, не так, как ты до этого заходил. Также, но с учетом поворота на юг. Внизу у нас стоит транспорт на посадке, твоя задача у него не сесть. И кусты впереди.
Можешь на минимальный зайти, я тебе скажу, когда плавно клеванты отпустить. Можешь поджать клеванточки и на минимальный выстроиться на посадку. Но не забывай, как рулится на минимальной скорости, что противоположное надо отпускать. Крыло отпустишь, оно быстрее разгонится, так что будь готов. Посмотри на колдончик, оцени обстановку, направление не поменялось. Поэтому устраивай галсики, соответственно. Внизу транспорт не забывай. Поехали направо, Саша. Доворачиваем правее, правее. Сюда вот, дальше от машины белой, вот сюда, где я стою, вот сюда. На колдун посмотрел, сориентировался. Набираем скорость, стоим подвески, набираем скорость. Готовимся к посадке. Гоняем купол, разгоняем. Активно будем зажимать. Зажимаем, держим, держим, держим и бежим вперед. Старт попал. Давай, стоп, нажму.